Просто город Екатеринбург определен точно так же, как Пермь, Челябинск, город Москва, Санкт-Петербург. Крупные просто. Это крупные города, которые определены базовыми, опорными базами для проведения исследований. Потому что город Екатеринбург – это, во-первых, дорожная узел связи. Да? Ведь мы сегодня и Транссибирская магистраль, и южное направление. Поэтому у нас очень большая концентрация именно миграционное движение через наш город. А с любым человеком это и любое инфекционное заболевание, оно успешно катается. Но ведь вирус постоянно мутирует. И вот я вам что хочу сказать дальше. Я просто не закончил. Вот проводится это исследование. Мы определяем определенные вирусы. Все это концентрируется во Всемирной организации, в организации здравоохранения. И перед сезоном, то есть как это обычно бывает, это весной наступающего года, эксперты Всемирной организации здравоохранения определяют, согласно мониторинга и необходимых исследований, какие вирусы ожидаются в сезонный подъем заболеваемости. И в этом году это определены три вируса. H1N1, это вот калифорнийский. Прогнозируют те самые виды. И H3N2 и грипп Б, вирус гриппа Б. Но вот два вируса H3N2 и вирус гриппа Б, они немножко имеют другие подтипы, с которыми мы не встречались в течение 5 лет. И поэтому говорят о том, что вот это немножко другие вирусы, с которыми в прошлом году их не было. Именно поэтому Онищенко пугает. Костя, а вы ставите прививку от гриппа? Поэтому и пугает.